Да, это может быть очень интересный вход в пещеру к Рошану, при том, что средств для убийства этого Рошана быстро у Винстрайк нет. Они снимают половину, чуть больше половинки. Два оглушения одновременно под глобал. Ульт квапы практически в пустоту. Забрали пока только Бетрайдер. Джиггернаут раскручивается, пытается спилить Зайца. Заяц входит. Вот он, работа от Оракла, который просто сразу вырубает весь урон Джиггернаута. Ну, прогнали от Рошана. И что, убили одного Бетрайдера ценой трех ультимативных? Четырех ультимативных, серьезно. А сейчас начнется резня от Натус Винцера. Или Жилил все-таки немного исправить ситуацию. Да, Град пока что выживает, очень неплохой. Получился эпицентр. Кристаллайз под ультимативный. Бьет Лила, добивает Лила. Теперь бьет Кумана. Не добивает пока Кумана. Слушай, а они Сайлента здесь убьют. Да, Мэджикал подрубил форму. Полностью отхиливается. Там недобитый Рошан. Сейчас, скорее всего, Нави к нему идут. Надо просто закончить эту драку. Но Нави тоже не смогут просто так этого Рошана добить, мне кажется. Хотя сейчас вот третий герой.